Вот мне интересно, почему вот здесь написано, вот здесь написано «ранен в сражении на Черной речке», что ли? Почему это слитно написано, абсолютно слитно? Вот здесь раздельно все слова, а здесь слитно. Понятно. Место как будто экономили, а зачем? Бульмеринг. Немец, что ли? О, народ появился ближе к вечеру, а то не души. Я хожу, как это, призрак среди кошек и собак. Риттер. Фон Риттер. Все остальное не видно. Сильвестрович, генерал-лейтенант Ануфриевич. Вот такой разрушенный. Камни как отвалились, так и лежат, их не трогают. И сколько они лет так лежат. И тут была табличка, я так понимаю, тут было написано краской. Вообще ничего не сохранилось. Неужели раньше не знали, что краска очень быстро слезет? Что-то тут таких деревьев несколько мертвых абсолютно. Их не убирают. Мертвое дерево. Ой, здесь тоже пустота какая-то. Странно. О, идет за мной. И что ты за мной идешь? А? Еще один штабс-капитан Томского полка. А почему здесь были Брянский, Томский? Мне вот интересно. А, защитник. А, ну да, это первая оборона. Просто почему из других городов со всей страны, получается, да, сюда сгоняли? А, ну да, конечно, тут же мало народу своего. Так же, наверное, и во время Второй мировой. А вот уже забор, кстати. О! Это кот побежал. Ух, какое у него место там внутри. Тенек от собак спасается. Они тут знают, как... где прятаться.